часах моих изменился так, то ли сломанный, то ли брак, и как будто тик, и как прежде так, но в итоге не так и не так. Неспокойно ночью, тревожно днем, рваным ритмом не спать, не спать. Будто там внутри поселился гном, и часы повернули вспять. Ускоряя темп, убыстряя ход, круг за кругом они летят. И уже не день, и отнюдь не год, а лет 80 назад. И оттенком крови мазнет заря новой эры оскал кривой. И уже построены лагеря, но еще не пришел конвой. Пару лет еще подождет пора заметать следы на воде, но уже обучены мастера мокрых, грязных и разных дел. Пропадаю в омуте временном, сердце выплеснув из груди, и в ладошки хлопает гадкий гном, и безвременье впереди. Я проснусь, измучившись этим сном, минералки плесну в стакан, а с экрана мне ухмыльнется гном из-под лупы часовщика. Светлая память, Борису Ефимовичу. Спасибо.